Российская партия пенсионеров «За социальную справедливость» начала активную кампанию в Новгородской области. В минувшие выходные ее представители знакомили новгородцев со своей программой. Политическая организация пенсионеров России существует около 30 лет, но в нашем регионе местное отделение появилось только полгода назад. Так что для представителей партии раздача новгородцам информационных бюллетеней – это еще одна возможность познакомиться. Избирательная кампания еще пока не объявлена. По закону это будет сделано в июне. Вот. До этого времени еще пройдет съезд партии, на котором будет дан официальный старт избирательной кампании. Сегодня эта акция направлена исключительно только на повышение узнаваемости и ознакомление с основными целями и задачами партии. В бюллетенях для читателей собрана вся необходимая информация, способная дать представление о целях и планах Российской партии пенсионеров «За социальную справедливость». Газета может оказаться интересной и тем, кто от политики далек. На двух полосах издатели разместили полезные советы для тех, кого больше волнуют дачные проблемы. По словам представителей партии, в ближайшие дни такие знакомства на улице продолжатся. Бюллетени будут раздаваться и в других людных местах Великого Новгорода и области.